Всем привет! Хочу показать вам еще одну очень интересную вещь. Это миниатюрный радиоприемник средневолнового диапазона. Выходец он, конечно, не из СССР. Произвели его в 95-96 годах. Я его только немножко модернизировал, переделал. Радиоприемник был рассчитан на питание от 3 вольт. Я, изменив немножко параметры работы транзисторов, заставил его работать от одной пальчиковой батарейки. И вместо наушников, гнездо для которых я даже не стал выпаивать, я подключил к нему вот такой миниатюрный громкоговоритель. Так что получилось радио автономное с ферритовой небольшой магнитной антенкой средневолнового диапазона. Приемник работает до сих пор. Но, к сожалению, сейчас на Дальнем Востоке практически нет средневолновых радиостанций, вещающих на русском языке, и ловить на него можно только Корею, Японию или Китай. Сейчас я попробую, конечно, что-нибудь поймать, хотя навряд ли мощности этих радиостанций хватит для того, чтобы ловиться вот на такую маленькую ферритовую антенку. Подстраивать конденсатор я буду отверточкой, это гораздо более удобно. Эта отвертка одновременно служит и антенной, поэтому наводки от электросетей и сотовых телефонов очень сильно слышны, гораздо слышнее, чем сама радиостанция. Ну вот, к сожалению, и все, что мы смогли наловить с помощью этого радиоприемника. Чувствительность у него достаточно низкая, но наводки он при этом улавливает хорошо. Всем пока!